Мальбрук в поход собрался. Вот мы поехали в деревню. Дико у нас за этого самого поводыря, или как он там правильно, штурман. Не, основной штурман пошел, а мы тут вон, там сало покупают и мясо, наверное, Нике купят. Дай-ка, где там Таня? Где Таня? А, идиот, чувствуется. Ясно. Так, вот наш. Да, кусочек сала. Взяла капусты. Приедем домой, картошка отварим. Отварим картошку. Привет от Глеба. Вот такая у нас тут дорога впереди. Хорошего настроения, ребята. И есть еще один огромный привет всем коллегам нашего медицинского центра и подстанции скорой помощи. Всем тем, кто на сутках крепкого здоровья. Поставский район. Ника так демонстрирует. Ну вот мы в поставах. Поставы. Такое тут. Такая тут уютная. Зимой не очень уютная, конечно. Но в целом классно. Такие вот сосенки красивые. Ох, зимой, конечно, природа по-другому встречает. По-другому. А тут вот красивое такое местечко. Летом тут пруд. Там вот чувак сидит, камень держит в руках. Тут мусорка есть, беседочка. Короче, вот так. О, машина загруженная. Даже телевизор вон прикупили. 50 дюймов решили взять. Короче, все для ремонта. Дико с чувством выполненного собачьего долга. Поедем дальше. Ветер такой близкий. Вот тебе и солнышко светит, птички поют. Да. Я все. Ой, слушай, какая четкость. Молодец. Другой. Другой канал, другое качество. Не знаю, как он там на Ютубе. Вторая серия Марлезон. Блин. Продолжение. Тот сказал телефон, что у него уже памяти нету. Я без памяти сказал. Разъездились. Минс постак поехал. 186 километров. Пока ты сказать, что нам еще как ехать. А? 186 километров мы проехали. 186. Что, мало или много? Каждый так раз... что 70 километров было, 70 километров осталось. Я тебя от дома. Тут же тебе показывают километры от почтампа до почтампа. Я понимаю, я тебе говорю о том, что мы с тобой где-то ехали, ты не сказал, мы проехали. Я тебе говорю, 28 было до поста. Все, замерзло. И 40. От поста до 80 километров мы проехали. От дома. Что это еще могу сказать? Я тебе не об этом. Проехали. Что осталось 70, получается.
слушайте Юнистар. Речь. Такое кладбище у меня. Ну, окей, последний крупный мегаполис на нашем пути. Поставочный. Поедем через него или по кольцу? Кольцо. Не хочешь сейчас? Зачем сказать? Так а что тут разговаривать, Аня? Тебе нужен этот самый контент. Нет, контента у меня хватает. Так. Сыра я там уже не куплю. Чего? Поехали через край, туда бы через поставлю. Тут магазинчик зайду, уже там сыр у него другого куплю. Дешевый бы не увидели, куплю. Ну, дешевый не будет, какой-то будет. Там сыры хорошие, вы не хотите. Ну, зайду, а они в субботу, до которого часа там работают? Не знаю, ну, не до 4, я думаю. Короче, заеду, да? Я все время проезжаю, вспоминаю вот этот самолет. Да, я помню, и тоже свою службу. Я вспоминаю, когда мы ехали сюда первый раз, ты, я и Иван еще с нами были. Или как фотографировали здесь, да. Поставый городок. Конечно, в кармане. А мы еще не проверяли, они что? У меня два ключа. И тот, который был на связке, тот, который я нашла. Нет, тот, который ты нашла. Я не знаю, с чего, но я его взяла и положила в карман. Ну да, лишь какой-то ключ, лишь у меня не было. А что-то же есть. А это доска почета у них такая? Агент 007. Да, человек года. Получить деньги от БНП банка. Какая-то женщина висела. Вербуешь друга. Он подключает приложение Белорусского народного банка, заводит карточку, а переводит тебе ровно 7 копеек. Банк даст каждому из вас по 5 рублей. Потом вы не будете... Блин, задолбали нас эта реклама, если все, честно скажу. Хит. Хит экспресс. Больше нам ничего не надо, там же еще какой-то вкусный магазин был. Я в этом магазине куплю все. Там не только сыр. Вот ты какая. Там все продается. Вообще город интересный, да, нам сказать такое. Да. Поставый городок. Беспокойная я, беспокойная я, беспокой ты меня. Поставочки, поставы. Там центр колоритный не нравится. Он продается, видишь, домик. Не, ну тут, я тебе скажу, покупать дом. Не знаю. Мне вот как-то наши лица нравятся. Нет, ну дом, потому что в деревне. Ну. Вот этот центр колоритный, тут же этот местный. Местный этот всеми уважаемый человек, забыл его как зовут.
Ну как Глинский-Пепелинский. Ты о ком? Ну вот этот человек, который все тут отстроил. Тут же был великий человек. И вылетел он у меня из головы. Не, это не тот великий человек, про которого сейчас все рассказывают, но тоже неплохой, да. Ну, мы сразу туда едем, да? Да, там ты остановишься, я схожу в магазин. Ну вот, площадь их, площадь, рынок. Ничего не изменилось. Ничего. Я тебе даже больше скажу, я тут... Вот именно эта площадь, я ее как-то очень давно, лет 20 назад, больше даже 25, наверное, проезжал. Ну тут вот единственное появилась куча коммерческих магазинчиков. Ну, магазинчики, да. Сейчас спокойно. А я, знаешь, вот когда помимо этой площади вспоминаю, проезжаю, я сильно вспоминаю, мы с тобой как-то ехали в Минск, лето было, летом, это был будний день. Людей мало было, что-то, потому что рабочий день. И мы с тобой там ходили, фонтаны эти били. Там такие красивые фонтаны были включены, все. Ну, да. И мы с тобой там мороженое трущили. Кстати, мороженое в морозильнике забыл я. Сейчас Сашке скажу, что понеси. Ну да. Мороженое-то они съедят. Это не моя рыба. Ну да. А вообще ощущения летом и зимой разные. Сейчас вот такое большая деревня, да, такая вот. А летом тут такое впечатление, вот когда мы ехали, было солнечно, такой дух приморского, много, да, приморского это, города. Так. Вот наш стилус. Да, стилус. Стилус. Ладно, мы уже сегодня не будем сюда заезжать. Уже хочется делать домой, завести всю эту ботву, которая у нас с собой. Я уже боюсь этих луж с ямами внутри. Ты даже не знаешь, там может еще и люк открытый. И это может быть. Да. Навряд ли, потому что столько машин проехало перед нами. Не, я понимаю, но ты-то не знаешь, когда что там скрылось под этим, под жидкостью. Под жидкостью. Если теперь я люблю, когда местный житель впереди едет, тогда я за ним уже еду более уверенно, понимаешь? Да, вот. А вы еще лампочки не брали с Нового года. Ты знаешь, эти лампочки, наверное, к референдуму сделали. Они решили, что это как Новый год, такой же праздник. Поэтому... Там же был какой-то плакат, когда заезжали. Короче, колорит вот такой. Тут у нас... Тут даже железная дорога. Сюда, между прочим, можно даже на поезде приехать. Становимся порядочные. Мы уже люди знаем. Посмотрели на некоторые уже приезжали сюда на поезде. Ну да. Но они, видишь, как бы решили, что им это все не надо. Поссорились с нами. С хорошими. С такими хорошими. Какая чупы. С бантиком. Да, тут я тебе скажу, без очков хороших. Ну или как у меня, с новыми глазами. А, ну да. Тут я тебе скажу, с плохим зрением делать нечего. Ёпарки-сенки. Смотри, тут даже умудрился развалиться лежачий полицейский, которого, наверное, отлили пару лет назад. Да. Это да. И зимы-то толком не было. Смотри, весь посмывало весь асфальт. Так, по-моему, тут, да? Да. Едем за сырами. Как сыр в масле. Как сыр в масле будем кататься. А он так и называется, как сыр в масле? Ну да. Нет, он видишь. Ты там водички возьми какую-нибудь. А, да, точно. Водичка вон стоит. О, хочешь водички? Фирменный вот дома магазин набрала. Поставки. Хочешь воды? Хочу. Все, Ника, пошли нам за сыром. Ты любишь сыр? Любит он за сыр.
Вот такое красивое место тут. Летом тут, вот там вот дальше, водный такой периметр симпатичный. Просто чудо какое-то. Тут вот площадочка тоже у них. Короче говоря, уютненько. Когда все это зазеленеет, там вот камышек такой у нас. Мы любим тут отдохнуть иногда. Правда, тут бывает крайне редко. Что ты прыгаешь? Ну, вот так примерно. Купила пачку большую. Бабушку Аню купила. Да. Хлеба только не было. У них обычный хлеб, я не хотела. А поставского у них нет. Творога купила. Сметану взял. Масло сливочное взял. Короче, запаслись мы харчами. И кусочек мяса взяла. Такой. Покушать. Готовенький. А коньячок? А тут спиртного нет. А нету. Это упущение. Ну, с другой стороны, положительно, понимаешь, здоровый образ жизни пропагандирует. Сыр, масло. Да? Тоже, правда, холестерин, но... Масло и сыр есть надо. Да надо все есть. Надо двигаться больше. Не будет проблем. А это... Я не буду есть, я только водичку буду пить, и оно ни к чему хорошему не приведет. Жизненная сила должна быть какая-то. Поставый городок. Ничего, хорошее местечко, между прочим. А мне нравится Постав, мне сюда не нравится. Особенно мне нравится центр, и от центра, помнишь, когда мы с тобой ходили к этому магазину стройматериалов некоторые? Но. Вот эта вот улочка мне очень нравится. Она какая-то такая тихая, старая такая. Но. Ну это стекло надо. Вот, блин, чуть не остались без стекла. Сейчас этот еще. Как это называется, мандраж начинается. Здесь песок, видишь, на ровном, как хорошо, что ехали не быстро. Так мы сейчас стекло ремонтируем. Так вон остались скулы. Вот ты, блин. Никогда не знаешь, в этой дороге никогда не знаешь, что будет следом. Видишь, смотри, сколько песка. Нет, так я вижу. Это, наверное, то, что они кто-то не посыпали. Наверное, посыпали, да. Посыпали грави. Соль, да. С таким песком было. Хорошо, что не спешили. Вот он сейчас было бы достигло. Ну что, выходим на финишную, да, кривую. Или на Полово махнем. Нет, никаких полов и полов. Наконец-то мы попадем. Осторожно, а то мы сейчас попадем. Блядь, извиняюсь. Ты предупреждаю, осторожно. Это так я тебе говорю, осторожно. Я поворачиваю, нельзя так говорить. Откуда, я, может, думаю, летит тоже? Если бы кто-то летел, я бы тебе, ладно, сказала. Не говори так, прошу. Да я вижу я. Я думал, может, сбоку кто летит, не струй. Я сказала спокойным голосом, осторожно. Это ты сказала спокойно. Ну вот, пограничная зона началось. Давай быстрее, пока не началось. Ну вот, началось. Борда. Ну все. Дорожка, дороги, дороги. Ой, блин. Да, Ника. Такие там дороги. Ну, лесовозики, лесовозики. Да, как возили, так и возили. Да, да. Поставы, наверное, привезли. Конечно. Да,
дров так в этом году они не сильно нам решили отвесить. И не отвесить. Да. Ан-2, видишь, написано. Блин, что они швыряются своими говнями? Один чуть не выбил. Ну, два они. По этой дороге только неопытный может быстро идти. Номер 19. Кстати, пицца вкусно, а ты тоже много. Это ж ты, по-моему, еще Бурдуков снимался, да? Это он там был. Пуговкин там снимался. Нет, Пуговкин, да. Но, да, это там директор этого санатория, куда они прибыли. Я последний раз смотрел «Спортлото 82», наверное, в 82-м году. По-моему, деревеньки вот такие. Тихо, пустынно. Станция какая здоровенная, это сигналинская, и перегоняли электричество. Не знаю, она, наверное, еще срока. Не знаю, какой это сигналинская не работает, но система-то все равно... Система осталась. И нужно назвать Билли Айлиш. Она получила Brit Awards 2022 как лучший международный артист. Поздравляем с тобой. Скоро должен быть. Скоро должен быть мой этот самый надзиратель, пограничник. Помнишь это? Пушка стоит. Он вечно неизменный в одной позе. Нет, да это очень далеко. Не, все, близко уже как-то повернули. Тут влево уже в границах проходишь. Бордер. Бордер. Река Бервинта. Название спасибо. И вон, видишь, камеры висят. Что? Рославский район. Да, Рославский закончился. И коньячку. Пограничная зона. Не видно, чтобы они стояли. И пограничная река. Ника одной суммы своего брала. Самый этот самый пятишковый. Весна. Река не замерзшая. Вон утки плавают. Но. Козяны. Вот и козяны. Вот собачка стоит, по-моему. Ждет хозяина, но я это пограничный. Пограничный пес Алый. Малый. Какие уши. Это специальный пес, он подслушивает.
А вот это R27, я, кстати, впервые прочитал. R28 перешло в R27. Хозяне. Был когда-то очень большой такой населенный пункт. Даже можно сказать успешно. Стал неуспешным. Вон погранцы. Вон там вода, слушай, подходит прямо из тех самых домов. Они в карты играют, я помню. Ну, в этой деревне это видно, что проживают. Это хозяина, не маленькая деревня. А он, кто это у нас есть? Браслов хозяина. Что-то до постав они не сделали. Браслов поставы. Вот так нет. Из Браслова поставы попасть. Квест получил, за реки дырки. Вот здесь ты знаешь, что здесь сама толщина покрытия небольшая, поэтому не так страшно. А вот там вот ехали, где дыры были, да, и там очень толстая, это самое, там уже неизвестно сколько слоев наложили. Вот там страшно было провалиться. Да, дорога, конечно. Три свята. Я еще первый раз, когда тут ехал, тут гравейка была, такая, да, без покрытия. Это было почти 30 лет назад. Я помню, только два усталых пограничника таких. Проводили меня тоскливым взглядом. У них такое желание было меня пристрелить и завладеть своим транспортом и уехать отсюда куда-нибудь. У них на лицах было написано. Такой солнце. Юнистар ТОП-20. Лучшие свежие хиты недели. Партнер программы – Центр прогажости и коррекции фигуры «Елу». Да, дорожка задышалась. А я ее нахваливал летом, когда ехал. Говорил, такая дорога, смотри, что делается. А сейчас, да. Теперь начинаешь понимать, почему у пограничников УАЗики просто... Чтобы не заморачиваться. Едут и едут. Это вот тут вот самое близкое, наверное, место, да? А там видны эти самые, да, вон, видишь, с той стороны, да. Самое узкое место. Там и тангар вон здоровый, вон. Но это уже слева Литва. Сколько? Да. Метров 400, наверное. Ну, я смотрела даже по карте. Самое узкое место. Но. Желапишки, белюнишки, коленьки. И вдруг Морозов катал. Да, Морозовка. Слушай, но... Для меня Морозовка и сразу вспоминание. Ага. Лоси. Ужас. И рога лосиные. Не, вот, ну просто интересно, что среди таких названий вдруг Морозов. Вот там вот где-то мы с тобой машину ставим. Да. И пешком шли. В
Морозовке осталось уже пару домов. Там две бабки выходят. Автолавки все. Да, снимаю с предельную сторону. Литва здесь за деревья. Надо было снимать там, где была Литва. Так а тут и ну, что там снимать? Там не была Литва. А здесь сейчас я себя за жопу скажу. Чего? Диверсант. Вон, вышечка, видишь? А какой диверсант? Кто тебя ожидает? Ну, если довольны погранцы будут, поинтересуются. Ну, сейчас проеду тут эти вот и скажу. Там такой-то за Морозовкой диверсант. Слышишь, клал я на них с прибором. Ага. Все боятся. Окошко. Все боятся, так это страху не хватит. Я живу тут. Живу я тут. А что снимаешь? Что ты, что? Пограничную ты полосу. Полосу я не снимаю, полоса там дальше. А вон видишь, дома стоят. Я тебе поэтому говорю, что это самое близкое место. Да, дорога, конечно, трындец. Может, к лету залатывает, может? Ну, наверное, весной надо, чтобы не чем-то заниматься. Так вот едешь, вроде бы стоит, да, как этот. А смотришь, проводов нету на домах. Пообрезали. Там вон дальше. Нет, тут есть, да. А здесь мало. А вон, видишь, все вместе. И дом кирпич. Кирпич обложен. Видишь, нет работы, нету. Да, вот только стариками живут. Так я старикам... Не, ну, наверное, это самое. Живут вон там люди. Там я видел, ну, как молодежь, ну, нормального возраста. Ездят, наверное, куда-то на работу. Сейчас может. Нас остановят. Лица едут. Ну, вот, пост. Да, может, я остановлю. Ну, все, контроля не было, узнали нас. Слишком, слишком колоритная машина. Да. Такие улыбнулся. Улыбнулся пограничник. Хорошо, когда хоть кто-то тебя знает в жизни. Узнает морду лица, да? Колодец вернули, что они... А, не, заливают. Заливает что-то, да. Это они дырки. Бочка стоит, кстати, самая. За смолой какой-то. Какие народные методы? Шпегели, ну? Шпегели проехали, скоро будут наши шпегели.
Можно отправить вторую или третью попытку, но или присоединиться к прогнозам на визоре, если вы тоже будете видеть. Два игрока, которые первыми пришли к нам правильный прогноз, получают романтические подарки ко дню всех влюбленных от центра молодости Yellow Birds. А это значит, Вот такое предложение, ну и, соответственно, вопрос. Кто займет у нас сегодня первое место? Как думаете, друзья? Не ищите там, типа, прошлой недели. Ну и еще внимание, розыгрыш подарков проходит только в пятницу. В пятничном эфире Юнистар ТОП-20. Юнистар ТОП-20. Там с краю бежали такие нормальные качества. Юнистар ТОП-20. Хит-парад. Лучших свежих песен Юнистар. Такие камешки ворочать, это надо. Нет, там сбоку лежали. 20 назад я бы подмышку взял. Нет, там не крупно лежали. Там сбоку убийцы набросали с поля. Камни ворочать. Где любой работа. Вот камни ворочать. Там такие диаметры 10-15. Интересно, он приближается. Я представляю, как раньше на лошадях ехали на телеге. И так, это минут 30 видимости. Вижу. Видели этот костел, приближался. А это румынский проект Косяк. Когда румыны стали в нашем хит-параде собираться в золотой серединке, вот и Косяк. С пятого места отступает на седьмое. Песни My Way служил. Но это мы уже будем какой 19-й, 20-й, 24-й сезон. Ой, это музыка такая еще. Пиццы! Пограничная ложка, чтоб снизу не забыли. Сразу домой? Да. Не, можем себе в магазин по дороге себе пошли. Ну да. Коньячку ж надо взять, раз добрались сюда. Без приключений. Сверчусь. Вот такая жизнь в глубинке, да. Тихо, спокойно. А чё шуметь, когда твою деревню брали этот лаз? Да, такой без прикрас получается все. Летом, когда все расцветет, ой, еще пограничник. Тут уже не страшно. Да и там не страшно. А что нам страшно? Ну, как бы, да и там не страшно. Просто. Да? Там как-то документы, где спать, если кто-то ничего не спрашивает. Едешь себе. Интересно, 3 часа назад были в Минске, а уже не уйти в Минске. Так вообще, что не уезжал отсюда. Справа мельница. Какой-то попури сделали такое. Ну, да. И хлеба надо будет ценить. Хлеба и зрелище. Боже мой, что такая ржавая. Заржавена. Ну вот, зайчики, мы и приехали. Вот мы и дома. Петухи кричат.
То есть надо было приехать на день трезвости. И, конечно, какой-то идиот придумывает всякую хрень. День без еды еще можно придумать тоже. Это сборище дебилов. Прости меня, Господи. Тишина, смотри, никого не видно. Ну? Просто одни закрытые магазины. И ресторация это. Открыто все. Открыто, просто, да? Да, конечно. Просто людей там нету. А может, просто не видно. Вечером включите себе. Надо не видеть. Все лайки на сайте Ministar.by поставлены, все ваши голоса подсчитаны. И вот, друзья, вы слушаете радиошоу Ministar 20. Здесь я, Вадим Савин, презентую очередной февральский выпуск нашего хит-парада. И тот, что выступили именно в Шон Пол и София Айлс, они затаились на четвертом месте, потому что, мне кажется, им жутко любопытно, кто же останется в живых. После битвы верхней тройки за главные награды нашего чарта. Вот так они наблюдают и выжидают. И, кстати, вот давайте вспомним, а у кого до сегодняшнего дня главные призы нашего юнитопа, кто неделю назад попёр, да. У нас призовые места. 40 знаков. А что, очки одел? Золото прошлой недели было у Инны, но ведь и осталась песня «Папа», она еще сегодня не исполняла. На втором месте раньше у нас была еще одна песня Инны вместе с Софи Такер и Алоком. Это «It Don't Matter», и она сегодня тоже еще не звучала. Эшфером не выступал также с песней «Bad Habits», а ну, вот и мои хапри. Ну вот мои хапри. Давай посмотрим на нашу оружие. Как думаете, кто сегодня на ту сторону идти? Золотым товарищем или героиней, кому достанется серебро или бронза? Скоро, кстати, проверим ваши прогнозы. А пока же, друзья, я с большим удовольствием. По итогам вашего голосования, ну, вот мы и дома. Все? Путешествие завершилось дома. Ну вот. И окна новые стоят. Все классно.